Всем привет! Сегодня сравнение колонок Victor Zero FX5 и FX3. Ну, дурацкая викторовская традиция занижать как бы индекс колонок, потому что в общепринятой классификации такой неформальной, народной, все колонки, вот как FX5, они должны иметь цифру 7 в названии. Ну, все не все, но многие из них. Там Yamaha NS700, например, Onkyo 77, Diatone 77 и множество других, которых я не вспомню. Там Technics какой-нибудь SBMX, там что-нибудь, ну, 7, например, да. Вот это типичная семерка, 30 килограмм весом, полноразмерная, большая. Колонки поменьше, FX3, они, опять же, тоже занижены, то есть они должны бы, по идее, у всех бы они назывались 500 или 5, что-то, цифра 5 была бы там. Здесь она цифра 3, потому что это Victor, у них такая традиция почему-то была. И еще есть модель FX1 викторовская, она еще младше, еще меньше, ну, та как бы в класс тройки влетает. Но, опять же, называется единица, а не тройка. Ну, вот так вот. И вот, собственно, сравнение вот этих двух, да, то есть большие — это аналог каких-нибудь Onkyo 77, ну, к примеру. Маленький аналог по размеру, по всему, Pioneer S170, Technics USB6, всеми так любимому. По размеру, по цене абсолютно. То есть у Японии было там у них жестко вот в этом классе народном такая конкуренция, и цена была у всех. То есть они могли быть какие угодно, но цена у всех была одинаковая, и вес, размер был примерно одинаковый. И уровень звука тоже. Например, маленькие стоили 45 тысяч йен, вот эти вот FX3, как и все их одноклассники, коллеги в этой упорной борьбе, там, 80-е за покупателя. А FX5, как и все подобные колонки, стоили около 60 тысяч йен. То есть 60, а эти 45. Вроде бы по цене разница невеликая. Но на самом деле оказалось, что разница по звуку больше, чем вот эти вот там 20-25%. Она на самом деле чуть ли не в два раза. Большие играют лучше. Смею вас разочаровать, так сказать. И то, что большие играют лучше, я это заметил еще вчера, когда маленькие принес в транспортной компании. То есть я после больших мельком просто так не вслушиваясь включил. Но было слышно, что маленькие попроще играют. Ну, понятно, что они как бы классом ниже, хотя на самом деле, что значит ниже? Ну, они компактнее, но цена-то на них была не так уж сильно и ниже. И сегодня уже подробно, сравнивая по 4 песни на каждой там, или по 5 песен на каждой колонке, слушая на хорошем усилителе, ну, это подтверждается, что разница очень даже между ними существенная. При том, что FX3, если посмотреть, особенно последнее время, да и год назад, все, кому они в руки попадали, все блогеры, профессиональные продавцы, либо просто меломаны домашние, все на YouTube хвалят FX3. Ну, значит, она в своем классе молодец. Я этот класс считаю, что это уже как бы не мое. Ну, для кого-то это вот как бы интересно. Мне это не интересно. То есть этот класс, он, ну, маленький, не солидный. Я вот предпочитаю такие полноразмерные. А еще лучше, конечно, более еще старший класс, 9, но на него надо денег много, там от 100 тысяч до... от 100 до 200, короче, надо. 9 колонки стоят. Их не так много, не так большой выбор, на самом деле. Там гораздо более ограниченный выбор. Премиумный такой сегмент. Вот FX5, им подобное стоят в районе, там, ну, в хорошем состоянии, без пробега по России, ну, на 1000, наверное, 60-70 могут стоить при нынешнем курсе. Правда, курс растет. Ну, их аналоги разные, да, вот 511, например, Victor SX, то же самое практически. А вот, типа FX3, такие колонки оцениваются, вот я, допустим, их купил за 40, без пробега по России. Получается так, то есть... Ну и что, вот это вот то, что я сегодня видео записываю, это можно было 30 секунд просто сказать, большие лучше, причем они существенно лучше, и все, на этом видео закончить, я что-то тут рассусоливаю. В принципе, колонки по звуку имеют схожесть, ну, потому что, как бы, родственные. У них, посмотрите, одинаковые абсолютно пищалки, причем пищалки достаточно, ну, в H-динамике. Хорошие, талантливые, я это отмечал и на старшей модели, на младшей такие, с таким скоростью стеклянного звука, такого, как по стеклышку так стучишь, и типа все быстро, быстро отражается звук, быстро передается, четкость, быстрота. При этом без какого-либо слишком сильного звона, там, что-то такого. Ну, короче, нормальные, быстрые, хорошие ВЧ. Хотя, например, современные, даже алюминиевые, на парадигмах
честно говоря, вот скажу, Paradigm Studio, которая в колонке хрень, ну, по звуку так-то, если вот с такими сравнивать. Но ВЧ, вот у них, у этих парадигмов 2000-х годов, будучи алюминиевыми, может, потому что неодимовые магниты появились. Возможно, вот в 80-е их не было, поэтому такой вот. Вот эти вот на парадигмах ВЧ, они более быстрые, чем, наверное, даже здесь, и более точные. Такие, со скоростью электрошокера щелкает. Но эти, по сравнению с остальными своими вот коллегами японскими, эти тоже как бы очень хорошие ВЧ, особенно в таком, в такой ценовой категории. Недаром их многие хвалят, эти и ВЧ, и вообще сами колонки. Ну, это я перечисляю общее. То есть, ну, высокие частоты, да, что-то похожее, но они одинаковые, потому что по басу, да, и те, и другие басом богаты, но все-таки размер корпуса, размер басовика, и хоть на больших колонках стоит подвес уже не ППУшный, какой там должен быть, а такой тканевый, как типа на 50FX, там такой завод оставился. Ну, бас, масштаб, конечно, у больших колонок, естественно, что будет больше. В остальном, если так субъективно, ну, вот оценки какие-то, то FX3, она, ну, звучит, но как бы я понимаю, что это не мой уровень. Что тут объяснять? Может быть, есть, конечно, люди, какое-то маленькое количество людей, которые думают, имея колонки вот класса, как FX3, они хороши, да, наверное, они лучшие. Стоит поверить обзорщикам, что это лучшие колонки в своей ценовой категории, но может быть, есть люди, которые думают, что эта ценовая категория, этот типа размер, он достаточен. Я думаю, что таких не бывает, которые вот сидят вот в этом классе типа SB6. Ну, бывает, конечно, но редко. Сидят в классе SB6 и думают, опа, бля, я тут, короче, мне больше ничего не надо. Я все, что надо по жизни, уже получил. То есть, и они думают, что, ну, таких мало наверняка. Кто думает, что вот те, которые крупнее, они просто больше баса и все. Вот, например, вот эти, да. Типа, нафига мне покупать вместо там какого-нибудь пионера 170 покупать 180, если там будет просто больше баса и все. И можно так подумать, но если ты их не слушал. И может быть этот миф как бы у кого-то в голове гуляет, но в реальность, на моем опыте, такова. Я сравнивал вот эти две пары, я сравнивал Викторы 30FX и 50. Реальность нам говорит о том, что пятерочки, есть пятерочки. В данном случае троечек, но это пятерочка, просто там цифра 3. Хоть и разница всего лишь небольшая была в цене в ритейле, но по звуку, ну, если ты можешь себе позволить более крупное, это ты получишь гораздо больше, чем 20%. Ну, в данном случае, не знаю, как у других там производителей, может быть, там как-то иначе. Поэтому это, короче, вот этот компакт-класс, он компромиссный. И я понимаю, что, может быть, многие любят компактность. Ну, типа квартира небольшая, комната, куда мне такие вот большие 30 килограмм, их даже... Я когда их таскаю, тоже как бы проклинаю, что тут особенно или по лестнице тащишь без лифта, когда на 5-й этаж. Думаешь, ну зачем это надо? А вот надо. Вот оно реально того стоит. Другой уровень, совершенно другой уровень. Хоть и сходства какие-то есть. FX3, она... Ну, если говорить про конкретно, вот в чем разница. Помимо масштабности и количество баса, которого, разумеется, в большой колонке больше. FX3 более такая баланс яркие, то есть они, ну, ВЧ в средние. Баса там тоже много, но баланс более яркий такой, как бы. И это меня даже раздражает, честно говоря, напрягает их яркость. Ну, на любителя, многим нравится. А FX5 у нее, как бы, вроде бы, наверное, то же самое, но просто больше баса, и поэтому он, а может быть, приглушен немножко, то есть у нее баланс явно в басы больше. Больше баса, меньше ярких верхов каких-то из середины. При этом середина лучше звучит, хотя вот они вроде выглядят как просто мини-копия, да, как масштабная копия, но это вообще не так. Это не, вообще не одно и то же. FX3, ну просто нормальные колонки, просто сидишь, слушаешь, как бы, ну, нормально. Особенно в своем классе, наверное, вообще огонь. А FX5 это уже, ну, для меня это уже колонки, которые как бы крутые. Сидишь, слушаешь, интересно, но при этом я их все равно продаю, потому что что-то меня там не всегда устраивает. То есть у меня уже есть 50FX, они, ну, более роковые, а эти более универсальные, но рок они не так хорошо играют. Общее у этих, у тех и у других колонок, то, что они мультижанровые и очень... Блять, я же забыл записать на больших колонках пианино, вот это вот, надо сейчас дописать, наверное. Да, точно вспомнил. Мультижанровые, играют отлично все и классику,
и джаз такое редко бывает, и рок, в принципе, могут не позорно сыграть, и попсу. Вот чем хороши эти две модели. Это есть и у той, и у другой такие достоинства. Но, наверное, лучше всего, пожалуй, именно серия FX, вот эта вот серия, да, раскрывается, наверное, даже, наверное, на классике. То есть реально вот для пианино, неоклассика там или что. Оно прям и маленькие хорошо звучат, и большие. Кстати, написал вот эту песню с этим, вот эту вот, с пианино. И показалось, что маленькие, вот именно такую музыку, где пианино, да, и вот это все, озвучивают лучше. Вот из-за их избыточной, возможно, яркости, ну, на обычной музыке. Классическая на них звучит убедительнее. Эти как-то вот попроще звучали. Хотя они тоже могут. Вот я раньше отмечал, что вот такую подобную музыку они хорошо играют. Ну и все это сочетается с умением сыграть и вот это, и, ну, то есть и пианино, и вообще что угодно, любой там трэш, металл, тяжеляк, скоростной, что угодно, да. Ну вот сегодня была какая-то группа, не какая-то группа, ария, песня, но она какая-то не сильно удачный трек, мне кажется, из такого, из тяжеленького. Это не специализация таких колонок, но они это могут. И за это им уважение. И тем, и другим. Маленьким и большим. Ощущение, как будто бы это их приоритетный жанр такой. Но при этом тут как бы они отличные долбят и что угодно, и любые продиджи, что угодно там. И клубняк, и рок, и попсу, и инди, легкую инди-музыку, и какую-то мелодичную, и Dire Straits, все что угодно. FX5 супер. FX3, ну, нормально. Может быть, у кого-то там другого, где-нибудь в Европе, в Америке, еще где-то там, где делали колонки, в какой-нибудь там этой Канаде. Там нет такого, что если ты хочешь хороший звук, ты должен именно крупные колонки. У японцев почему-то такая была традиция, и у них не было колонок с топовым звучанием, при этом, чтобы они были вот в таком MIDI-формате. По крайней мере, я таких не знаю. Ну, там Onkyo, вот эти полочники какие-нибудь всратые, которые там, типа Onkyo 302, но, которые там в какой-то выставке призы получили. Ну и что? Это же всего лишь полочники. А вот такого, чтобы как бы размер пятерочный, ведь это, на это тоже, ну, есть спрос. А звук был супер топовый. К сожалению, это у них такого нет у японцев. Тут действует простое правило. Чем дороже, тем лучше. И чем крупнее. В цене, допустим, когда колонки уже там стоят 150 тысяч, допустим, там уже без разницы, они крупнее или мельче, они все будут одинаково хорошо играть. Но вот мораль в том, что вот, короче, вот этот класс, как FX5, это, ну, для меня это минимум моих потребностей. А вот такой класс более компактный, как FX3, это уже не то. И поэтому я вообще без каких-либо сожалений 30 FX продал, которые у меня были в прошлом году. А 50 FX оставил. И вот эти FX3 тоже я только, ну, записал, послушал сразу на продажу, собственно говоря. Надеюсь, кто-нибудь, ну, купит, не придется скидывать там цены сильно. Колонки популярные. И вообще, я что, какой-то дофига эксперт, сколько народу там всем нравится. И то, что я тут что-то там нахожу недостатки, это мои проблемы. Так что хотите суперзвука, придется жертвовать размером колонок. То есть они будут большие, находить место под них. Маленьких и японских супер классно звучащих не бывает, судя по всему. У них, если маленькие, ну вот, ну это же не маленькие, это как Эстония размером, такие, то, ну, это все равно как бы такой, можно сказать, студенческий класс. А вот как FX5, это уже для взрослых дядей, так что. Так что, а если уж там FX9, о, это вообще для зажиточных. А с другой стороны, ну, есть же, опять же, понятие, у кого какой усилитель. То есть, у меня, допустим, усилители топовые, там, Yamaha A9, 240 тысяч иен в 79-м году. И он выжмет все, что угодно из всех колонок, которые у меня были. То есть, может быть, каких-то там самых там заоблачных не выжмет все, что, ну, весь потенциал. Там, может, еще что-то надо подороже. Но, ну, в общем-то, это была самая дорогая Yamaha в 79-м году, и на протяжении 80-х до сих пор она как бы крутая. Но не у всех же так. То есть, если взглянуть на тот рынок 80-х годов, ну, человек, допустим, купил себе вот колонки так, среднего класса. У него усилитель, наверное, среднего класса. Че он будет? Он же такую Yamaha не купит там за 240 тысяч иен. Это по тем временам, как сейчас, наверное, 5 тысяч долларов, да?
Он купит все усилители, ну, за 1000 долларов, японец, например. Или там за 2, а не за 5. И колонки подстать. Поэтому, может быть, они просто думали, ну а что делать? Зачем нам делать колонки такого вот не самого высокого класса, чтобы они из штанов выпрыгивали, чтобы у них был какой-то скрытый потенциал, который все равно никогда не раскроется у потребителей, которые такое покупают. Потому что у них усилитель будет не топовый. Наверное, такая логика была. Ну, даже от усилителя же тоже много чего зависит. Понимаете, да? То есть он должен быть соответствовать по уровню. А это дорого.